Доброго всем дня! Сегодня с удовольствием хочу показать новую посылку. Пришли украшения с марказитами. Начнем с вот такого шикарнейшего. Я специально вот хочу начать снимать видео с этого комплекта. Настолько он мне понравился. Он был в двух цветах. С ониксом и с гранатом. С черным ониксом, честно говоря, он немножко как будто бы потерялся. Ну, по крайней мере, на мой взгляд. А вот с гранатом, обратите внимание, какая прелесть. Просто шикарно. Кольцо такое бомбическое, да, посмотрите. С леопардами разные, очень разные украшения. Но вот это кольцо, конечно, меня прям зацепило. Шикарно исполнение. Серьги весят 8,2 грамма. 9250 рублей серьги, скидка на сегодняшнее украшение 20%. Штифт не занижен. Кольцо, оно есть 18,5 размер и 19 размер. 7500 рублей минус 20% скидка. Не устану повторять, что наши марказиты – это украшения фабричные. У каждого украшение есть бирка, есть вот такой вот небольшой такой сертификат. Это говорит о том, что марказиты, огранки Сваровски. За счет этого они еще больше сверкают. Украшение с марказитами – это все-таки ручная работа. Марказиты очень хрупкие, и их приходится вручную клеить, поэтому украшения с марказитами нельзя мочить. То есть, если вы не хотите, чтобы у вас марказиты выпадали, их мочить нельзя. И желательно всегда, конечно, выбирать именно фабричные изделия, потому что это знак качества. Мы работаем, наверное, года 3 именно с марказитом. Это поставщик фабричного марказита, фабричных украшений с марказитами. И так, это производство Таиланд. Они очень такие крепкие, весомые. То есть вес на украшениях довольно-таки хороший. Они не легковесные. Вот такая вот виноградная гроздь. Здесь штифт очень хорошо занижен. Один из моих любимых комплектов. Шикарные гранаты. Гранаты натуральные. Серьги весят 7,65 грамма, 9000 рублей, скидка 20%. Очень хорошо занижен штифт. И кольцо, перстень такой, да, красивый. 18 размер, 8450 рублей, минус 20% скидка. Здесь видите, какая шинка крепкая, толстая. То есть ее можно увеличить, уменьшить. И переживать то, что скривится шинка, переживать абсолютно не стоит. Толстое серебро такое добротное. Следующий комплект с гранатом. Такой миниатюрный. Весь акцент здесь на гранат. Гранаты, насколько я знаю, здесь стоят африканские вставлены. 3,5 грамма весят серьги, 5200 рублей, минус 20% скидка. Штифт не занижен. И кольцо. 17 размер кольцо, 2900 рублей, минус 20% скидка. Шикарные украшения. Гранат. Довольно-таки крупный гранат. Сегодня я покажу комплекты, а поделила я посылку с марказитами. Завтра покажу браслеты, часы и кольца в виде животных. Такая животная тематика. Серьги, кольца. Серьги. Это гранаты. 9 грамм весят эти серьги. 9100 рублей. Минус 20% скидка. Шикарнейший комплект. Хорошо занижен штифт. Очень люблю этот комплект. Настолько крупные, красивые гранаты.
кольцо 18,5 размер, 5250 рублей, минус 20% скидка. Мы 3 года работаем с этим поставщиком по браку. Практически не было вообще никаких жалоб со стороны клиентов. На ютубе мне в комментариях написали, что маркозиты очень красивые, но, к сожалению, они выпадают. На самом деле, вот именно вот с этим поставщиком по браку у нас жалоб не было. И в любом случае у нас есть гарантия, как любой ювелирный магазин. У нас ювелирный магазин, мы работаем официально. У нас есть гарантия на все украшения, приобретенные у нас. Штифт хорошо занижен на данной модели. Такая аккуратная модель на каждый день. Серьги весят 4,8 грамма, 4900 рублей. И колечко. Кольцо 18 размер, 2900 рублей. Скидка 20%. Хорошенькая модель, такой как глазочек. Так, следующая модель, она у нас была, мы ее повторяем. Одна из любимых моделей. К этой модели я вот завтра покажу. Могу, конечно, сейчас, но я боюсь, что я не успею все показать браслеты в любом случае. Вот оно у меня даже не распаковано. Все-таки открою, сразу покажу. Так. Вот такой вот браслет идет в комплекте с этим комплектиком. Вот. Шикарный браслет пришел. Серьги 5,7 грамм весят серьги. 5900 рублей минус 20% скидка. И кольцо 19,5 размер 4050 рублей. Штифт здесь практически не занижен. И вот такой вот браслет. Шикарный браслет. 21 размер браслета. 22100 рублей. Минус 20% скидка. Но здесь можно уменьшить размер. Подобрать под свой. Гранат очень красивый. Еще браслеты пришли с гранатом. Но я их сегодня не успею показать. Подготовлю к завтрашнему видео. Так, следующий комплект. Розовый перламутр. Тоже очень нежный. Настолько красивый комплект. Смотрите, какая прелесть. Очень красиво. Настолько нежное исполнение. 7,4 грамма весят серьги. 6200 рублей. И кольцо. Кольцо 18,5 размер. 3500 рублей. Скидка 20%. Штифт здесь не занижен. Очень красивый комплект. Следующий комплект сердоликом. Круглый такой, тоже аккуратный комплект. Сердолик и маркозиты. Здесь серьги весят 7,08 грамма, 6850 рублей и 18,5 размер, 5150 рублей. Штифт здесь занижен буквально на 1 миллиметр. Вот комплектом сердоликом просят подвески. Я кое-что вот взяла, но кому-то понравится, кому-то нет. Вот такого плана вот подвесочки. Может, кому-то отдельно надо. Такая вот то, что покрупнее. Подвесочка 2350 рублей. Минус 20% скидка. Так, эта подвесочка 2300 рублей. Минус 20% скидка. Так, еще один комплект сердоликом. Здесь такие овальные уже такой комплект. Тоже довольно-таки крупненький. Такой вот. Так, 8,2 грамма весят серьги.
7100 рублей, минус 20% скидка. Очень хорошо занижен штифт. Такие серьги идеально сядут на мочку. И колечко 19,5 размер, 3500 рублей, минус 20%. Так, следующий комплект. Это у нас идут топазы. Довольно-таки крупные топазы. Красивые. Очень красиво смотрится именно черненное серебро с топазами. Очень красиво. Такой вот прям цвет шикарный. Серьги. 6,3 грамма весят серьги. 8850 рублей. Здесь штифт занижен буквально на 1 миллиметр. И кольцо 18 размер, 5900 рублей. Минус 20% скидка. Красивый комплект. Еще один комплект с топазами, но здесь уже серьги идут с подвесной частью. Тоже топаз очень крупный. Такая вот модель. Если кому-то нужны будут размеры вставок, то отдельно на линейке замерим и отправим фото. 8,87 грамм весят серьги, 12500 рублей. Кольцо 19,5 размер, 7900 рублей, минус 20% скидка. Штифт здесь занижен. Хорошенький комплект. Топаз очень красивый. Так, комплектик с ларимарами. Такой прям нежный-нежный комплектик. С подвесной частью серьги идут. Такие хорошенькие, правда? 6,4 грамма весят серьги. 7350 рублей. Минус 20% скидка. Штифт здесь занижен. И кольцо 18,5 размер. 3600 рублей. Минус 20% скидка. Красивый комплектик. Такие цветы. Это, наверное, орхидеи. Кто-то говорит лилии. Комплектик, конечно, шикарнейший. 8 грамм, 8,1 грамм весят серьги. 7950 рублей. И кольцо 5650 рублей. Минус 20% скидка на комплект. 19 размер колечко. Здесь очень хорошо занижен штифт. В деле, конечно, шикарно. Шикарно смотрится этот комплектик. Очень он мне нравится. Так, далее. Султаниты. Это выращенные султаниты. Натуральных султанитов серебром вообще не бывает. В золоте они будут стоить баснословных денег. 6,5 грамм весят серьги, 8100 рублей, 20% скидка, штифт хорошо занижен, крупный, да, камень. И кольцо 18,5 размер, 4600 рублей, минус 20%. Красивый такой аккуратный комплект. Следующий комплект тоже с султанитом, он с подвесной частью. Очень красивый комплект. Настолько красивое исполнение. Такой прям восточном, что ли, стиле. Да? Посмотрите, какая красота. Очень красивое исполнение. 8,3 грамма весят серьги. 7450 рублей. Кольцо 18,5 размер. 4000 рублей, минус 20% скидка. Штифт здесь занижен буквально на 1-2 миллиметра. Красота. Очень мне нравится вот этот комплект. Вообще каждый комплект шикарен по-своему. Где-то стильно, лаконично, как, например, вот этот комплект. Где-то с цветочками, с рюшечками, да? Кому как нравится. Комплекты на любой вкус.
Серьги весят 6,4 грамма, 7700 рублей, минус 20% скидка. Здесь штифт занижен. Очень хорошее место. Вообще в Марказитах делают именно вот место для мочки много, чтобы и полная мочка могла туда влезть, и средняя, и худенькая. На худенькие, конечно, есть такие проблематичные серьги, то есть огромные, не все их могут носить, но в любом случае можно силиконовыми заглушечками. Колечко 18 размер, 4400 рублей, минус 20% скидка. Забыла сказать, что комплекты эти можно раскомплектовывать, то есть отдельно приобретать серьги, кольца. Следующий комплект — хризопраз. Марказиты и хризопраз. Овальный такой комплектик классический. Серьги весят 8,5 грамм, 7900 рублей, минус 20% скидка. Здесь очень хорошо занижен штифт. Идеально сядет эта модель. Это такой же комплект, как с сердоликом. 19 размер колечка, 3900 рублей, минус 20% скидка. Следующий комплект тоже очень похож на предыдущий. Ну, немножечко поменьше. Тоже хризопраз и марказиты. Такой вот хорошенький. 5,9 грамм весят серьги. 4700 рублей. Минус 20% скидка. Штифт в данном случае буквально на 1-2 миллиметра занижен. Кольцо 18,5 размер. 3450 рублей. Минус 20% скидка. Красивый. Следующий комплектик. 17,5 размер колечко. Так. Тоже это новая модель. Вот. Ну, стильный комплектик. Стильный. 5,7 грамм весит серьги. 6550 рублей. Минус 20% скидка. 17,5 размер колечка, 4350 рублей, минус 20%. Очень хорошо занижен штифт. Мне кажется, очень стильно будут смотреться серьги. Еще с таким хорошим занижением штифта. Следующий комплект — это крылья. Марказиты и хризопраз. Красивый комплектик такой, прям праздничный. Серьги весят 7,76 грамм, 6250 рублей, минус 20% скидка. Их можно, эти серьги, так надеть и можно так, да? Мне кажется, вот так, наверное. Штифт очень хорошо занижен. Вообще серьги идеально сядут на мочку. И кольцо. Очень красивое, конечно, колечко. 18,5 размер. 7150 рублей. Красиво. Исполнение очень красивое. Так, еще один комплектик с хризопразом. Здесь серьги, подвеска и колечко. Такой вот комплект. Так, красота. Очень красивый нежный комплект. 6,67 грамм весят серьги. 5500 рублей. Минус 20% скидка. Штифт здесь не занижен. Кольцо. Так, так, так. Где тут колечко? Колечко 19 размер. 3100 рублей. И подвеска 2900 рублей. Минус 20%. Красиво. Очень красивое исполнение. Красивенький комплектик. Так, далее. Еще отдельно вот такую вот подвесочку я взяла с хризопразом. Тоже, чтобы можно было подобрать под любой комплектик. 2300 рублей минус 20% скидка. А вот такую вот змейку взяла. Очень мне понравилась эта подвеска. Это черный оникс и змейка.
4550 рублей минус 20%. Здесь довольно-таки хорошее ушко. А еще я взяла свою любимую кобру. С прошлой выставки я привозила эту подвеску. Кобра вот такая вот и черный оникс. Посмотрите, какое исполнение. Это ну просто шикарная работа. Настолько красиво все выполнено. Даже вот с обратной стороны приятно на нее смотреть. Здесь какие-то узоры, да, ажурные, марказиты. Очень красиво. Шикарная кобра с черным ониксом. Подвеска стоит 10 400 рублей, минус 20% скидка. Я надела эту подвеску на колье. Колье было только 40 сантиметров, но оно смотрится как чокер. Очень красиво в деле смотрится. Здесь можно его носить просто как чокер. Сейчас я вот покажу. Здесь с обратной стороны такая застежка. Так, сейчас я ее расстегну. Вот так вот расстегивается замочек и открывается. Замочек такой крепенький, хорошенький. Вот получается, вот это вот все снимается. Ее можно, эту змейку нашу, убрать, кобру. И обратно вдевается в это ушко. И застегивается. Вот. Вот так вот оно выглядит без подвески. Ее можно и носить без подвески. Оно шикарно будет смотреться. Здесь есть своя отдельная застежечка. Вот. Чокер вот такой вот. 40 сантиметров длина этого колье. 10 900 рублей минус 20% скидка. На сегодня все. Ага, еще не все. Вот здесь вот пару сережек еще покажу. И все, завтра покажу браслеты. Вот, вот такие вот серьги. Интересненькие. Без дополнительных вставок, просто марказиты. Весят они 9,7 грамм. 7100 рублей, минус 20% скидка. Далее, вот такие вот маленькие, аккуратненькие сережечки с натуральным аметистом. 5200 рублей, минус 20% скидка. Здесь занижен штифт. Хорошо сядут на мочку. Красивая модель. 5 грамм они весят. И еще одни сережечки с белым перламутром. Тоже такая классика. Красивые, аккуратненькие такие серьги на каждый день. 6,5 грамма они весят. 5800 рублей минус 20% скидка. Очень хорошо занижен штифт. Идеально сядут. На сегодня все. Очень надеюсь, что вам понравились наши модели. Будем рады вас видеть в наших салонах и на страничках в соцсетях. Всего вам доброго!